Пожар на важном энергетическом объекте. В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону на Биробиджанской ТЭЦ провели пожарно-тактические учения. По замыслу тренировки загорелся один из электродвигателей конвейерной ленты в галерее углеподачи. Узнав об условном возгорании, начальник смены по внутренней связи дал распоряжение о начале эвакуации персонала и сообщил о случившемся в пожарную охрану. Пока огнеборцы в пути, члены добровольной пожарной дружины Биробиджанской ТЭЦ занялись подготовкой гидрантов. Спустя 6 минут после поступления сигнала машины пожарных прибыли на территорию теплоэлектроцентрали. Согласно легенде, огонь тем временем распространился по всему второму уровню галереи углеподачи. В самый разгар тренировки поступила вводная о том, что система водопровода вышла из строя. Чтобы подача воды не прекращалась, немедленно был задействован опорный пункт тушения. В стволы огнеборцев стала поступать вода из пожарного водоема. Всего в ходе учений на Биробиджанской ТЭЦ были привлечены 46 человек личного состава и 9 единиц техники, как основной, так и вспомогательной. Оценивая действия пожарных и персонала, проверяющие в первую очередь обращали внимание на соблюдение требований инструкций и слаженность действий. Действия персонала объекта оцениваются на хорошо. Действия подразделений Биробиджанского пожарно-спасательного гарнизона также оцениваются на хорошо. Сейчас мы с представителями объекта проведем разбор данных учений, выявим недостатки, которые были замечены, незначительные недостатки. И, соответственно, на этом учения будут закончены.